Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня, как всегда, коротенький выпуск. Что я сделал, усовершенствовал? Это я... видите, как огурца стало много? Нет, его много не стало, просто мне пришлось их пересадить. Они стояли вот так в каждой лунке. Я их через одну сделал, потому что они начинают разрастаться. Начинают вот эти как пасынки, да, уходить. Поэтому мне пришлось их рассадить, как непослушных детей. И вот привязать дополнительные веревки. И, собственно, подвязать. Вот, сегодня уже первый огурец съели. И это здесь... На завтра у нас второй огурец. Второй огурец. Такой немного не по форме. Но он уже больше не будет расти. Он уже мягенький становится. Вот. Вот корни. Допустим, вот здесь растет. А корни... Я покажу. А корни вот они. Такие густые. И уходят туда. Ну, почти до самого этого. От одного растения до другого сантиметров 40, это точно. Вот, поэтому труба 110 для них маленькая, нужно 200 точно брать в следующий раз. Я вот в следующем году буду когда делать 200 труба, вот одна стена для огурцов, и будет здесь вот переход, допустим, где-то на 110, потому что иначе это они вот такие маленькие огурцы, да, ну метр они выросли. А что будет, когда они будут большие, корни что же у них растут? Вот, поэтому... Или же даже, знаете, что я думал? Думал, что даже, может быть, и всю придется заменить. Я покажу. Вот корни, да? Вот. Это вот от этого помидора, да? То есть получается 20-40 сантиметров тоже корни. И, соответственно, нужна большая труба, чтобы не было застоя, чтобы корни спокойно разрастались. Хотя они здесь так спокойно, по течению. Течение идет, а они по течению разрастаются. Вот. Так что такие вот дела. Сейчас... Секундочку, у меня еще настройка сбилась. Вот, пруд потихоньку очищается. Вот, малечек плавает. Очищается, зелень уходит, осталась вот, она уже светлая такая стала, была такая ярко-зеленая. Вот, потому что поставил небольшую аэрацию, он там булькает, он сколько пены, короче, все работает. Сюда посадил помидоры, этот салат, помидоры эти черри такие по 40 штук на ветке. Вот. Это земляника, это что у нас тут, это мята. Это земляника в этой, на вате пробую. А это цветочки. Вот. Так что так. Завтра, я думаю, будем срывать этот перчик. Потому что он уже желтый, мягкий. Вон, нажимаешь на него, он мягкий. Уже надо пробовать кушать его. Вот. Потом тот пойдет. Вот этот потом пойдет. Вот, извиняюсь, что-то с фокусом у меня сегодня у телефона. Не хочет работать. Вот. Так что сегодня у меня изменения по, соответственно, по огурцам. Вот. Все. На этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И увидимся в новых видео. Всем пока!